Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции, ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. Как только будет понятно, что у нас с вами хорошая обратная связь, есть изображение, есть звук, и я буду видеть ваши отклики, это будет означать, что можно начинать нашу трансляцию. Итак, вижу, что все хорошо. Сообщения в чате есть, вижу ваши плюсики. Давайте начнем, как обычно, наш с вами обзор с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас с вами выходило, что нас с вами ожидает, каковы были реакции рынка на выходившие события и что еще впереди нас ждет, а там тоже есть достаточно важные данные. Итак, вчера, уже после того, как мы с вами расстались, вышел индекс деловой активности ISM в секторе услуг по Соединенным Штатам. Ну и, как говорится, комментарии излишние. Ждали, что он останется хотя бы как минимум на уровне 55 ровно. Был 55,5, значение увидите, соответственно. И экономический оптимизм упал совсем низко. Данные совершенно однозначно были разочаровывающие, но, как ни странно, не все руководители ФРС отнеслись к этому как к негативному фактору, то есть были даже и некоторые позитивные оценки, но об этом чуть позже. А сейчас начнем с того, как в целом оценили выход этих данных участники рынка, ну и в частности пишут вот в прайме, да, то, что у нас на прошлой неделе выходили данные по промпроизводству, индекс по снабжению производственного сектора США, который рассчитывается Институтом управления поставками, это ISM так называемый, он не оправдал ожиданий и ушел на негативную территорию. При этом нужно сказать, что производственный сектор представляет меньшую часть американской экономики, чем это было раньше. То есть раньше пропорции были другие. Ну и поэтому участники рынка с нетерпением ждали данных PMI для сферы услуг. В настоящий момент на эту сферу приходится почти 2/3 внутреннего валового продукта Соединенных Штатов. Ну и стало ясно вчера, что индекс сферы услуг оказался ниже прогноза. Это, естественно, заставило усомниться в восстановлении темпов роста экономики после слабой динамики в первой половине текущего года. Индекс был самым низким с февраля 2010 года, когда он составлял 50,8. Данный отчет наряду с отчетом по активности в производственном секторе, вышедшем на прошлой неделе, и большинством других данных, говорит не в пользу предположений о восстановлении темпов роста ВВП во второй половине года. Ну и кроме того, слабые данные снижают вероятность сентябрьского ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, то есть о повышении процентных ставок говорят все меньше и меньше. Сегодня было выступление члена комитета открытого рынка господина Уильямса. Так, давайте-ка посмотрим. Он, в частности, сказал, заявил, что он по-прежнему поддерживает повышение ставки раньше, а не позже. Это совпадает с его комментариями, сделанными после зачаровывающего отчета по занятости за август. И при этом нужно сказать, что он еще и сказал, что можно сместить целевой уровень с инфляции на ВВП. Так, сегодня, если я не ошибаюсь, у нас еще ожидается выступление президента ФРС Ричмонда Джеффри Лекера и президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж. Ну и здесь вполне возможно будут тоже какие-то сигналы относительно повышения процентных ставок, но вероятность сентябрьского повышения процентных ставок все больше и больше снижается. Там уже данные еще ниже становятся, чем было до этого. И многие говорят, что уже даже на декабрьском заседании при таких данных вполне возможно ФРС не будет повышать процентные ставки, хотя это идет вразрез с тем, что говорили руководители ФРС
вразрез с теми заявлениями, которые были раньше. Далее. В 2.30 у нас вышел индекс активности в строительном секторе по Австралии. Показатель гораздо хуже, чем в предыдущий отчетный период, тоже ушел на негативную территорию. В это время австралийский доллар снизился, но чуть позже, когда вышли данные по внутреннему валовому продукту. Сначала, немножко снизившись, австралийский доллар все-таки потом пошел вверх, данные оказались хорошими. Рост 3,3% по году, это при том, что пересмотрели предыдущие значения до 3% и ожидали, что рост составит 3,2% в годовом исчислении, показатель вырос до 3,3%. Экономика выросла. Кроме того, правительство понизило оценку роста в первом квартале до 1% с 1,1%. Во втором квартале экономика Австралии получила поддержку со стороны роста в жилищном секторе, увеличение прибыли компаний государственного спроса и роста объема экспорта в денежном выражении. В 8.00 были данные по Японии, опережающие индикаторы показали нейтральную динамику. 100,7 было до этого, 100 ровно, совпадающие индикаторы выросли, предыдущие значения 112,1, текущие значения 112,8, это пусть небольшой, но все-таки позитивчик по совпадающим индикаторам. В 9.00 у нас вышли данные по промпроизводству Германии, годовые и месячные данные. В Прайме по этому поводу пишут, что промпроизводство в июле упало сильнее, чем ожидалось на фоне сильного сокращения производства в обрабатывающей промышленности. Производственные компании остаются осторожными в свете слабой активности мировых экспортных рынков, заявили в Министерстве экономики Германии сегодня. Чуть позже были данные по Великобритании, но в начале, в 10.00, у нас вышли данные по Швейцарии, резервы в иностранной валюте. Здесь увеличение небольшое резервов, 615 миллиардов было 627, текущее значение. В 10.30 цены на жилье по данным Галифакс по месяцу. Динамика положительная, но при этом показатель находится в красной зоне, но лучше, чем по прогнозу. Ждали снижение на 0,4%. Снижение составило всего 0,2%, по году рост 6,9%. Так, далее у нас с вами в 11.30 как раз вышли данные по промпроизводству Великобритании. Данные неоднозначные. В Прайме по этому поводу написали, что промпроизводство несколько увеличилось в июле. Был рост нефти, добычи нефти и газа в Северном море, и это, в принципе, нивелировало падение производства в обрабатывающей промышленности. Данные подтверждают сигналы о том, это пишут в Прайме, вот, да, это праймовские данные, что шок испытала экономика Великобритании. Вы знаете, что я придерживаюсь немножко другого мнения, я не считаю, что это было большим шоком, но тем не менее вот пишут, что поскольку снижение промпроизводства идет, это как бы очень негативно, но доля промышленного сектора ВВП Великобритании очень-очень мала, это порядка 6%, поэтому здесь не стоит так серьезно это обращать внимание именно для Великобритании. Должно было быть выступление комитета открытого рынка, комитет по монетарной политике Банка Англии Кенлифа, но я ничего не нашел по этому поводу, поэтому здесь мне с вам сказать абсолютно нечего. Так, далее у нас с вами розничные продажи вышли лучше, чем в предыдущем отчетном периоде. В 16.15 ожидается слушание отчета по инфляции, буквально через несколько минут начнется, наверное. По-моему, должно было быть раньше, и вот сейчас его перенесли на более поздний срок.
Да, в 17.00 у нас сегодня выступление Эстер Джордж. Ну и один из ключевых моментов одновременно с этим в 17.00 – это у нас с вами решение Банка Канады по процентной ставке. И что самое важное – это сопроводительное заявление Банка Канады, то есть будет дана оценка текущему состоянию экономики и, вполне возможно, немножечко хоть что-то будет озвучено о дальнейшей кредитно-денежной политике Банком Канады. Так, посмотрим, что помимо Джордж есть ли у нас здесь. Вот в календарике этого нет, но мы с вами прочли, что сегодня, и, если я не ошибаюсь, Локхард будет выступать. Давайте посмотрим еще раз. Леккер, Джеффри Леккер. Эстер Джордж и Леккер сегодня ожидается выступление. То есть они тоже что-то скажут. Вполне возможно, прокомментируют как-то вот те данные, которые мы вчера получили по сектору услуг в Соединенных Штатах, но не думаю, что это сильно изменит оценку участников рынка относительно перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы. 23.30 сегодня отчет Американского института нефти по запасам. Посмотрим, каковы будут данные. Вот примерно такой у нас с вами сегодня новостной фон. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, постараюсь на ваш вопрос ответить. Если вопросов нет, то поставьте плюсик, и мы пойдем с вами дальше. Михаил, как всегда, есть вопрос. Давайте, Михаил, ваш вопрос. Постараюсь на него ответить. Только огромные просьбы по существу. Задавать вопросы. Договорились? Так, пока Михаил в конце обзора, давайте, пожалуйста. Пока посмотрим с вами, как выглядит ситуация с технической точки зрения. И начинаем, как обычно, с нефтяных котировок. Так, Андрей еще что-то пишет. Если в Канаде останется та же ставка, будет ли падать в Канаде? Скорее всего, будет нейтральная динамика, поскольку... Или все будет зависеть от того, что будет сегодня с ценами на нефть. Поскольку канадец очень нефтезависимый, если ставку оставит без изменений, то, скорее всего, он будет следовать за нефтяными котировками. Если будет укрепляться цена на нефть, будет укрепляться канадская валюта, и наоборот. Если нефть будет дешеветь, соответственно, будет дешеветь канадец. Итак, Brent. Динамика в целом сегодня нейтральная. Давайте посмотрим на часовом таймфрейме. Вот у нас как выглядит ситуация. Посмотрите, цены практически на текущие цены, на ценах открытия. Поэтому мы с вами, собственно, и видим шипы в обе стороны. Цены находятся вблизи и среднемесячного, и средненедельного значения. Скользящий средний быстрый находится под медленный, поэтому пока что мы с вами будем говорить о нисходящем тренде, сохраняющемся. Это по нефти марки Brent по WTI, абсолютно та же самая картиночка. Единственное, здесь чуть выше находятся текущие цены, чем они открывались сегодня в начале торговой сессии. Итак, это были цены на нефть. Очень похожая картинка по обоим сортам нефти. Теперь смотрим на индекс американского доллара. После достаточно сильного снижения на вчерашних данных, рынок именно так отреагировал на данные, которые вышли вчера по сектору услуг. Сегодня слабая достаточно динамика, цены идут вбок на текущий момент. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют. Итак, смотрим пару евро-доллар. Что у нас здесь с вами? Поскольку было вчера снижение американского доллара, очень выросла пара евро-бакс. И по одному из индикаторов у нас с вами тренд уже практически поменял свое направление. Но второй индикатор пока что еще остается на отрицательной территории со знаком минус, поэтому здесь у нас следующая картинка. Тренд восходящий, тренд нисходящий по
трендовой торговой системе. Вряд ли сейчас по диапазонной торговой системе есть сигнал, можно даже не смотреть, поэтому и по трендовой, и по диапазонной торговой системе сегодня мы находимся вне рынка и ждем, когда будет совпадение либо по той торговой системе, либо по этой. Единственное, давайте здесь с вами немножечко сейчас продлим наш боковичок вот таким вот образом. Поскольку здесь все достаточно однозначно, я даже не задаю вопрос, что осталось за кадром, комментировать абсолютно нечего. По евро-доллару находимся вне рынка, поэтому сразу идем дальше и смотрим британский фунт, тот самый, который стерлингов. Итак, с точки зрения трендовой консервативной торговой системы, картиночка следующая. Тренд, восходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор ОСМ. Сегодня день покупок по паре фунт-доллар. Но у нас, посмотрите-ка, диверочек на индикаторе Momentum. Дивер достаточно приличный, поэтому мы с вами берем в объем не более 1/2 объема стандартной сделки. То есть вы ополовиниваете объем своей сделки от того, которым бы вы входили, если бы этого дивера не было. Итак, направление определили, покупки с объемом тоже разобрались, теперь смотрим внутреннюю структуру. Идет волна отлива, дожидаемся, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. Если это произойдет, и как только это произойдет на закрытой свечке, то есть должна быть закрытая свеча, на закрытой свече сигнал, если возникнет, да, вы поймете, что вот он наступил момент входа, значит, нужно будет открыть часовой таймфрейм и посмотреть, есть ли здесь консолидация. Если все условия выполняются и будет консолидация после сигнала, ставим отложенный приказ buy stop, определяем точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели на текущий момент это уровень 1.3485. Именно на него мы ориентируемся для того, чтобы отквалифицировать свою сделку на соответствие правилам управления капиталом, в частности. Одно из них – это то, что ваша потенциальная прибыль должна быть как минимум в 3 раза больше ваших потенциальных убытков. Если это условие не выполняется, в сделку лучше не входить. Ну и в качестве бонусной цели можно рассматривать уже движение к верхней границе ценового канала. На текущий момент это значение 1.36 ровно. 1.36 ровно. В дальнейшем это может пересматривать в сторону повышения, поскольку у нас тренд восходящий. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте по британскому фунту, это тому самому, который у нас с вами стерлингов. Так, жду вашей реакции. Ну, а мы пока идем дальше и смотрим австралийский доллар, что у нас здесь. Пересечение произошло, тренд восходящий, в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, но у нас здесь нет никаких диверов. Здесь диверочки отсутствуют, в отличие от британского фунта, поэтому здесь объем сделки стандартный. Давайте-ка мы сразу с вами отрисуем тот максимум, который у нас с вами здесь есть. И сразу сейчас возьмем круглое значение, вот такое вот. Это будет нашим с вами ориентиром пока что на текущий момент. Дальше рассматривать не будем, но ситуация следующая. Итак, направление известно, объем сделки тоже совершенно стандартный. По внутренней структуре сейчас у нас идет волна прилива, ждем, когда произойдет полный отлив и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нужен 100% сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. Для этого нужно очень хорошо знать индикатор стохастик, и как только сигнал, ну, если, конечно, он будет, да, то есть первое слово «если», если он возникнет, то как только он возник, на закрытой свечке, то есть свечка должна быть закрытой. Пока свеча не закрылась, вы не можете понять, есть сигнал или нет, поскольку если по незакрытой свечке пройдет время и цена пойдет в обратную сторону, то, что вам казалось сигналом, в дальнейшем может
им уже не оказаться. Поэтому ждем закрытой свечи, сигнал. После этого, после сигнала, обязательное условие – это движение в бок на часовом таймфрейме. Если все условия выполняются, значит, ставите отложенный приказ «buy stop», определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, ну и цель, как мы уже с вами сказали, на текущий момент – это 77.50. То есть именно на эту цель пока что мы с вами ориентируемся для квалифицирования сделки на соответствие правилам управления капиталом. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, коротенькое слово есть, если вопросов нет, то ставим плюсик. Ну а мы пока идем дальше и смотрим, что у нас по японцу. Тренд восходящий в фазе отката то же самое подтверждает индикатор OSMA. Вот, пожалуй, та самая валюта, которая сильнее всего пострадала от вчерашних данных, которые вышли. По Соединенным Штатам, ну, я уж прошу прощения у вас, но у меня глубокое убеждение, что эти данные, они тоже были нарисованы. Это тоже небольшая подтасовка фактов, это манипулирование рынка. Ну, давайте это оставим за кадром, за скобками, не будем на этом долго заморачиваться. Но, повторяю, я глубоко убежден, что это все очень хорошо спланировано. Начинается рынок труда, кстати. И мы, по-моему, об этом с вами говорили по рынку труда. Ну, и дальнейшие данные, которые выходили, они только еще больше подтверждают, собственно. А потом все, конечно, пересмотрят в сторону повышения. Это, увы. Но приходится говорить, что это нормальная практика, хотя это далеко не нормально, конечно, это вопиющее безобразие. Окей, итак, по японцу находимся вне рынка, сделок не совершаем. Здесь у нас неопределенность, поскольку пассивная фаза, а в пассивной фазе консервативные торговые системы не торгуются. Смотрим швейцара. По швейцару у нас что здесь? Ну, кстати, тоже швейцарец. Вот. Было достаточно сильное движение по нему. Тренд восходящий пока что остается, здесь уже нисходящий, значит, индикаторы друг другу противоречат. По трендовой торговой системе ни о какой торговле не может быть и речи, а вот если цена опустится ниже, и после этого здесь будет сигнал осциллятора в покупку на daily таймфрейме, то можно будет говорить о торговле по диапазонной торговой системе. Кстати, давайте-ка мы с вами сделаем такую вещь. 3,5 фигуры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, очень мало. Другое дело, что это, конечно, швейцарец. Но это уже прямо совсем плохо. На самой грани допустимого. Вот если бы это было хотя бы чуть меньше, все, я бы сказал, что диапазон лучше не торговать. Но все-таки, поскольку 3,5 фигуры есть, ну, с большой натяжкой скажем, что да, наверное, это еще пока что еще остается возможным. Ну, опять же, это при условии, если сигналы будут от дальних границ, то вот это, наверное, будет приемлемо. Итак, повторюсь, по швейцарцу сегодня пока что находимся вне рынка и смотрим, что нам говорит канадец. Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, нет никаких диверочков, здесь тоже есть небольшой боковичок, но пока что мы с вами торгуем трендовую торговую систему. Давайте взглянем, есть ли он у нас на 4 часах. Есть, все нормально, тогда нам этого пока что будет достаточно. Итак, здесь у нас продажи, объем сделки стандартный, поскольку дилеров нет. Смотрим внутреннюю структуру, мощный прилив, теперь ждем волны отлива и формирование новой приливной волны. Нам нужен сигнал осциллятора в продажу. Ждем сигнала, если он будет на 4-часовом таймфрейме, следующее обязательное условие – это движение в бок на узкой волатильности, консолидация, так называемой, на часовом таймфрейме. Если все условия выполняются, значит, ставим отложенный приказ sell stop, определяем точку выхода, где будем выходить, ну и на текущий момент у нас с вами целевой уровень – это нижняя граница, дальше пока что не смотрим. Давайте-ка пока что будем смотреть на следующую отметочку. Итак, записываем 1.2750. 1.2750 – это наша с вами цель по канадской валюте. И мы ее сейчас давайте-ка с вами зафиксируем. Вот таким вот образом.
Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте по канадской валюте. Если есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Сначала коротенькое слово «есть», просто для того, чтобы я видел, что у вас вопрос есть, я сделаю паузу, подожду, потому что если вы сразу печатаете вопрос, даже если он у вас есть, это занимает какое-то время, я не вижу вашего вопроса и перехожу дальше, и потом ваш вопрос может потонуть. Поэтому лучше написать коротенькое слово «есть», я сделаю паузу, дам вам возможность напечатать. Если же вопросов нет, ставим плюсик, похоже, нет вопросов, идем дальше, смотрим золото. Фильтры смотрят вверх, это значит, можно говорить только о покупках. Индикатор зашел в зону перекупленности. Ну, сейчас уже совершенно невозможно говорить о покупках с точки зрения консервативной торговой системы. Ждем. Все, эту линию я уже убираю, она уже не актуальна, она совершенно не будет нести нам никакой информации. Индикатор побывал в зоне перекупленности, все, эта линия уже ничего больше нам сказать не может. Те, кто хорошо знает этот индикатор, тут речь уже может идти о другом, но я вам этого не говорил. Я будем считать, что промолчал на эту тему. Хотя вывод напрашивается сам собой. Только покупки, еще раз повторяю. Итак, какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Ну и Михаил, вы тоже можете задать свой вопрос. У нас уже подходит к завершению наш обзор. Итак, это не вопрос, это утверждение, я полностью с вами согласен. Да, совершенно верно, ФРС, когда в 2013 году выключили печатный станок, нашли новый или простой дешевый способ манипулировать рынком, пишут данные, те, которые им выгодны, за счет чего получают отмены повышения ставки. Это уже на поверхности лежит, тут все само собой. Что хотят, то рисуют. И, по-моему, я уже говорил об этом, да, вот впервые я обратил на это внимание. Такого безобразия у них не было. Они начали пересматривать данные и постоянно писать ошибки еще до кризиса 2008 года. Вот такая вот фишечка там была. То есть они уже тогда начали... А пошло все это, здесь тоже есть свои корни, кстати, но сейчас нет времени, не буду углубляться в эти воспоминания. Так, Михаил еще что-то пишет. Хочу вернуться к нашему вчерашнему разговору, который прервался. Не экономических, а незаконченных дел, тем более незаконченных разговоров. Как вы сказали, я все знаю, все знать невозможно. Я ваш отбор спрашиваю по банкальному, просто хочу знать ваше мнение насчет курса фунта. А по Америке, как вы сказали, что вы имеете знаток Америки, я терпеть не могу. В Америку, особенно после того, как 5 лет назад доклад от фонда Да, я вас прекрасно понимаю. Я, в общем-то, на вещи смотрю очень похоже. Какие-то вопросы еще есть? Про монетарную политику, если будет время, может быть, завтра, Михаил, чуть более подробно поговорим, ладушки, если будет желание, по фунту. Сейчас время нашего обзора закончилось. Вот. Поэтому, если будет интересно, то завтра это дело мы с вами обговорим. Итак, давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.